Да, я уже еду в сторону Москвы, ну, по дороге. Да, еду уже в сторону Москвы, по дороге пытаюсь найти шиномонтажку. Ну и там уже нашел заправку за Питером уже. Когда выйду из Питера, там заправлюсь на Газпроме. Вот, а так надо шиномонтажку найти и переобуться с зимы на лето. Пробег 71 тысяча. Нет, так машина в нормальном состоянии, все работает, все завелась хорошо. Да, она долго без движения была, она приехала в Питер из Архангельска на автовозе. Ну, все лето, видимо, простояла в Питере, и вот сейчас вот решили в Москву ее везти. Хотели из Питера до Москвы тоже на автовозе, но девушка сказала то, что я на такой машине со спущенным колесом до Шушар могу не доехать. А автовоз может только в Шушары приехать. Ну, это сразу за Питером. Типа а-ля там Балашиха, Люберцы, там, ну, такие рядом граничащие города. Впереди камера. Ограничение 60. Вот и те самые Шушары.
что означает вообще это слово? Шушары. Шушеры. Центр на противоположной стороне. Надо найти где-то здесь, на противоположной стороне сейчас увидел, сейчас буду с правой стороны искать что-нибудь. Нашел. Thank you.
чиномонтаж. Там, наверное, дорог вообще нету, блин. Смотри, у тебя с этой стороны, да? Да, передние я прям сквозь. Thank you.
Приехал, и все.
подписи. Положение определено. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60.
Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Thank you.
весь воздух.
Осторожно, дети. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 90.
Впереди камера. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60.